В общем, всем привет. Сегодня у нас 5 сентября 2019 года. Сегодня у меня день рождения. Мне 40 лет. Всего 40 лет. В этот день приехал братан. Мы ни в коем случае не отмечаем. Мы просто захотели мясо пожарить. Вот здесь, как обычно, в такой обстановочке. Взяли с собой уголь, мясо. Сейчас я покажу по новому рецепту. Супер-пупер тут одного блюда. Вот. Ну все это в процессе. Все это в процессе. Так что я думаю, будет интересно. Вот так вот начнется начало этого видео. Всем приятного просмотра. Погнали! Так, ну что, ребят, процесс идет. Пока накрыли от всей этой штуки, сделали вот этот рецепт: свинина на медово-горчичном соусе. Соответственно, здесь лук, перец, вон там он соединяется с картошечкой, которую мы тоже будем жарить каждую по отдельности на вот этих шампуриках. Посмотрим, что из этого получится. У нас там место на одну картошку хватит в середине. Не примерял куски? Нет? Попробуйте. Да, ложим, да. Куда сюда? Да. Что ты? Пока давай, наверное, подвергнем. Так, ну что, процесс этот закрой, наверное, вот эту крышку. Процесс идет. Вот она, картошечка. Вот таким раствором я ее обрабатываю. Там у меня внутренний жир свиной. Он как выглядит. Потом вода и приправы. Посмотрим, как это будет, конечно. Ни раз не пробовали. Но я думаю, будет аппетитно вкусно. Там прогорается. Ага. Так, ну, скоро будем дегустировать. Че, как в один глазами палишь? Последний видео видел? Нет. Это свиной жир, это нормально для свинины, правильно? Он такой и должен быть. Дядя Витя любит сосед. Так. Был сделан новенький сарай. Здесь можно хранить все от батона до, ух ты, какая морковочка. Это, как я понимаю, это не на хранение, а на этот, как его, скотине.
А? 20 месяцев куда вот? Это дома потом занесли. Так. Ничего, как-то вот так вот. Сегодня погода какая-то прям нерабочая. Ничего не хочется делать. Но придется. Нет, кипидар, наверное, сейчас здесь я буду делать. Дай, ладно. А? Нет. Здесь вот в городе приобрели вот такие вот ящики. 6 штук. Это для погреба. Забрали так. Вот, вот этот весь объем. Размер его 20, а 40, 60 и глубина 20. Так удобно с ручками. Этажерка может ставить. По 180, не буду говорить цену. Вот такая вот штука. Так, ну а мы что, продолжаем? Мне посчастливилось подобраться поближе. Немножко скрыться от дыма, но вот это выглядит все вот так вот. И я, конечно. Пробегу. Фу. Коптит. Это все из-за вот этого зелья. Там жир внутренний. Под картошечку. Все, буду пробовать насаживать. Сейчас немножечко. Копся. Так, всем привет. Работаем со стенами. Сегодня мы приехали. Смотрите, какая красота. Поставил уголки. Сейчас подготавливаю воск, это пчелиный натуральный воск. Сан Саныч, тебе привет огромный. Вот, спасибо. Вот такие ценные подарки, вот воск. Вот мед, настоящий липовый. Это просто обалдеть.
Ребята, кому нужно, обязательно пишите в комментариях. Отправим куда. Отправим куда угодно. Любой транспортной компании. Вот такой вот натуральный мед. Если будет интересно, я вам покажу видео, как все это выглядит у меня на пасеке. Правда, это боюсь. Божественно. Сейчас я воск ставлю. Спасибо, Сан Саныч. Спасибо, Маш. Огромное. Спасибо, что смотрите видео. Нравится. Вечером. Пишите свои комментарии. Так, все пока временно. Водяная баня. Ну и пошел процесс, я думаю. Так, потом чуть попозже посмотрим, что будет дальше. Здорово, Бабай. Звонил? О, привет. Да, мне тут интернет сейчас сообщает, что у тебя день рождения, блин. Ни хрена себе, вот это интернет, да. Серьезно, что ли? Ну, 40 лет, четвертый десяток. Разве это... Спасибо, Федор Васильевич. Да, да, самое главное. Спасибо. Спасибо, Бабай, огромное, приятно очень. Да, очень. Вот как у тебя у самого дела, нормально? Да, что, неплохо, взял просто поступление финансов. А, нет, я здоровье имею в виду. Здоровье выше крыши. А, ну это хорошо. Ильдус Абы недавно приезжал, говорит, ты отдыхать собрался, здоровье поправлять, молодец, надо. Да, в Крым поеду, это 16 часов. Ты куда поедешь? А, под Ялтой, да, ты туда? Да. Ты там себе гнездышко хорошее нашел, да? Ой. Ты, говорю, там себе гнездышко хорошее нашел. Да, у нас чего нет, да, ну. Нет, я имею в виду это самое. Ты же, когда вот возил, там много мотался по тем местам, и такие шикарные-то места, знаешь, где песок, где чё, где... Да. Правильно? Да. Вот опыт-то большой в этом. Конечно. Давай, Бабай, спасибо тебе огромное за теплые пожелания. Давай. Давай. Тебе... А? Да это телефон, наверное, такой. Я просто на громкой связи, у меня микрофон там грязью забился. Поэтому. Строительный, да. Спасибо, Бабай, огромное. Ага, пока-пока. Приятно. Так собрать. Не дают скучать. Не дают. День рождения. Хорошие самые люди поздравляют. Самый близкий братан тут. Мясо жарим. Мыслим. А, мыслим, да? Чаек тебе принести? Слушай. Сейчас подъедем.
Ну вот. Нам нужно килограмм 300 вот здесь такого вот места. Как все выглядит. О, красота. Ляпота. Пакет бы на мусорку надо, да? Да вон там удобрение будет, ему тебе будет. А? И ну да, удобрение. На говно там? Да. И собак? На твой туалет? На твой тоже будет. Ты там по сигналам ходишь, блядь. Показал. А? А вас сразу запрошу? Дай-ка. Смотрите. Ну, охуенно. Работа снимает. Да. Мучок же нам не нужен, или тогда накинуть? Не надо. А? Такая картошка. Картошку так надо поставить в эту микроволновку. Какая картошка? Там еще и картошка есть? А зачем туда ешь ничего? Да так тут это ее. Возьмешь сам, потому что я чищу Алло? Привет, привет, Гульчитай. Рад слышать. Помню, спасибо тебе, Гульчик, огромное. Ага. 20 лет все эту невесту желали, жену хорошую, а в 40 лет здоровья желали. Да. Не-не-не, 300 килограмм сколько на сколько? Привет, чтобы залезть. А ты уберете? Конец, я смеюсь? Меньше, да. Сколько на мешок получится? Мешков 40, килограмм 45 мешок будет, наверное. Я полный заполню. Мешков 6-7, да? Ну, заполните один мешок, да. Весь а, ну давай, давай, да. А зачем? Так, ну все, загрузили. 7 или 6 мешков, по-моему. Ячмень очень хороший. Ну вот, все спахано. Земля уже. Картошки, в принципе, немного так достается. Ну вон, есть, конечно. Ведром, наверное, можно сходить собрать. Немножко, да? Ну это хуйня. Он и так, наверное, здесь... Исплевался, бля. Картошки много лежит. Да нихуя немного. Вон, вон чуть-чуть.
как-то этот говно прям раскидать, блядь. Так, ну вот, мы добрались. Зачем мы приехали сюда? Собирать шиповник, чтобы зимой в бане в теплый, в горячий пить чай с шиповником и со всеми другими травами. Летом мы как-то, я выкладывал, видел, здесь косили сено. Вот на сегодняшний день здесь вот такие вот штуки стоят. Вот все наши вещи в этой шляпе. Так, ну а что? Мы начинаем собирать, потом покажем результаты нашей работы. Ничего, немного собрали мы вот. Вот такой ведерко шиповник, он там еще Валентин Николаевич добирает. Шиповник есть. Вот, это территория бывшего советского сада, и поэтому здесь и попадаются и он, и яблоки, и ранетки. Вот такие вот. Поэтому все как-то вот так вот. Кисло. Когда-то, наверное, было сладкое. Что, нас сейчас путь держит домой? Незаменима техника. Просто незаменимая. Нету слов. Ну что, пока, всем пока. Встретимся чуть позже.
Хотя бы Алёк. Да, заболел. Спасибо, мальчишки. Хорошие. Сделали, дай бог, вам здоровье и нам с вами. Мария, что там были? Давай. Нет. Что так мать? Папа. Вот так, ну что так, хватит? Валёк! Валёк, выйди-ка! Вот так, четверо. Да-да-да. Вот так. Да, и айлак мен лейт, для шнедак сам. Вот так, вот так, жука. Нормально? Молодец. Mm-hmm.